Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию масло косточек облепихи 30%. Масло косточек облепихи – это косметический актив, улучшающий состояние кожи при серьезных кожных заболеваниях. Наши бабушки всегда имели под рукой масло косточек облепихи, что помогало им ухаживать за кожей по-царски. Готовый продукт получают из косточек облепихи методом холодного прессования, что исключает потерю ценных биологических компонентов. Цвет оранжево-красный, запах специфический. Актив богат минералами, витаминами, микроэлементами, биовеществами. Масло косточек облепихи используют в косметической отрасли, добавляют в мази, маски, мыло, бомбочки для ванн, соль, массажные кремы. Свойства таковы: питает кожу, снимает воспалительное проявление, зуд, отечность, стимулирует ранозаживление, ускоряет регенерацию тканей, лечит мокнущие экземы, чешуйчатый лишай, псориаз, успокаивает кожу, лечит ожоги, является протектором уф-лучей, очищает кожу от ясочек и ранок, очищает кожу головы, снимает сухость, питает волосяную луковицу. В медицине активы используют как ранозаживляющие желудочно-кишечных язв, эрозий, для детоксикации печени от алкоголя. Вот такой бутылочки мы отправляем масло косточек облепихи нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!